Так, малыш у нас на рентгене. Мы сделали 4 снимка. Нет, больше сделали снимков. 5. 5. И сейчас врач расскажет, что с ним. У собачки плечевом локтевой лучевой кости. Вот, плечевой кости. Вот обе лап передних. И задняя большая берцовая кость. Вот в области колена тоже поломана. Оперировать будем завтра? Завтра на вечер стабилизируем сегодня. Сколько будет примерно стоить операция? Хоть примерно? Да, вам сам начинают спросить. Да, все-таки 4 перелома, и переломы очень тяжелые. Ребенок тоже очень тяжелый. Анализы мы все сдали, пироплазмоза, к счастью, сейчас нет. Но мы с него сняли несколько клещей сейчас. Так что пироплазмоз может проявиться в любой момент. Если не сейчас, то чуть позже. Поэтому мы находимся в зоне риска. Мальчика назвали Тунгус. Мальчика назвали Тунгус. Он весь побитый, поломанный. Мы ему сейчас ввели небольшую дозу наркоза, чтобы он помог нам сделать снимки нормально. Потому что мальчишка очень дикий, испуганный. Операция приблизительно будет стоить 20 тысяч. Пока приблизительно. Ну, приблизительно пока операция будет стоить 20 тысяч. Но это приблизительно. Неизвестно, что внутри и как вылезет. Господи, помоги нам. Друзья, перед вами Тунгус. Новый наш малыш.